фрагменты рукомоев, они называются зооморфные. Ну, сложно как бы представить, лошадка это или что-то ближе к собаке, но это такие вещи встречаемые, да, то есть подвешивались, наливалась вода, можно было руки мыть. А еще здесь монеты, курительные трубки, чаши и тарелки. Археологическая выставка насчитывает почти 90 экспонатов 18-19 века. Все они наглядно рисуют трактирный быт тех времен. Собирать артефакты с улицы Федорова начали еще 15 лет назад. Выставка собиралась из разных археологических находок разных лет, начиная с 2005 года. Это все городская археология, то есть она была задумана именно как археология города с образования Подольска 1781 года. Больше половины экспонатов – это находки с раскопок того года. Археологи исследовали около 2000 квадратных метров. Ценнейший трофей – монета, год выпуска которой совпадает с основанием нашего города. Интересные работы провели и в 2015 году на левом берегу Пахры. Это очень интересный участок, поскольку у нас есть карта середины 19 века с планом города, и мы знали, что на этом участке по этому плану находился комплекс построек, относящихся к купцу Кононыкину, это его пивоварня. Экспозицию открыли еще в марте, приурочив к научной конференции по истории и археологии округа. Но проработала она всего пару дней. Музей закрыли из-за пандемии. Теперь же окунуться в историю родного края может каждый. Выставка продлится до 15 сентября. А всех причастных к раскопкам поздравляем с наступающим праздником. Необычайной вам удачи, везения и уникальных находок. Кристина Ульман, Александр Кротов, Раиса Бычкова, телекомпания «Кварц».